Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Миша. И сегодня вот пошел дождь. Ну а сегодня мы, естественно, опять идем копать. Не знаю для чего, но просто идем копать. Мне так кажется, что там надо уже выйти. Что это хрень здесь делать так? Нужно выйти, побегать где-нибудь за пределами. За пределами этих мест. Надеюсь, что, естественно, будет. Но мы, наверное, сейчас будем копать, потому что я даже не знаю, что делать, кроме как копать. Вчера мы вообще нашли руду. Поэтому я думаю, стоит копать сегодня. Какой-то знак. Ты, Миша, не копай. Михуил. Ты копай, но... Ты копай и копай. Но чё и нет, я не против копать. Сразу же в начале видео попрошу вас написать комментарий, что мне дальше делать. Потому что... Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать, и надеюсь, вы напишите в комментариях, что же мне делать. Выйти поохотиться. Потому что у меня такое ощущение, что вам надоело смотреть, как я копаю. Значит, напишите в комментариях, что мы дальше делать, а дальше... Ну, а дальше мы будем копать. В прошлом видео, конечно, вы не написали, что мы делать дальше. Значит, буду продолжать копать. Так, интересно, там кто-то уже кавкает? Лает. У нас где кто лает, гавкает и так далее. Понятно, не здесь. Не здесь. Естественно, чем лучше бункер, под тем, что он более безопасный. Блин, да куда я пошел? Там же факела. Бункер абсолютно безопасный. Сделаем, а вот это пойдет сюда. Так, дальше мы делаем палочки, делаем вот так вот. Я думаю, уже стоит взять второй сундук, потому что, ну,
Ничего в те сундуки уже не влазит. В тот сундук. Пожалуйста. Я очень надеюсь, что вы напишите в комментариях, в чем делать, потому что я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Ну просто, ну, я думаю, просто копать скучно. Сегодня я попробую, конечно. Пока мы ничего не пишете, я сегодня попробую поохотиться. Выйдет это у меня крайне какашно. По любасу. 100%. Но попытка не пытка. Поэтому мы идем. А даже если у нас это получится, у нас будет еда. Это очень клево. А, ничего не нашли, поэтому. Давайте ляжем спать. Что мы будем сегодня делать, это спать. Опять кто-то ездит. Не ездите. Пожалуйста, не ездите. Машины. Все, все хорошо. Так, так, так. Прием, прием. Так, микрофон включен. Я испугался, что он опять выключен. Я думал, что он выключен, я думал, зря говорил уже. Пошлите охотиться. В самом деле. В чем мы будем здесь сидеть? Давайте даже на волков поохотимся. Что, мне так кажется, они боятся уже моей охраны. Где моя охрана? А, моя убийца на охрана. Где, почему опять дождь начался? Я типа очень люблю дождь, но почему так часто начинается? Поменялись облака. Медведя. Я его никогда просто не забуду. Как он съел мой кусочек, ну, который я у него пытался украсть. Но красть нехорошо. Это еда. И это дикая местность. У него людей все-таки крал, поэтому. Поэтому думаю, у медведя украсть. Даже на похуже, чем у людей. Нет, конечно, но. Но, кстати, я теперь не вижу ни медведя, ни коров. Так, 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 так. Меня здесь нет, меня здесь нет, меня здесь нет. Ты там какая-то странная бегает. Офигенно, конечно, очень. Там у нас лев. Надеюсь, не Толстой. Так. Обходим его. Звук в моих наушниках сейчас офигеть какой хороший.
Ну не! Ну не! Ну... Ты, конечно, и упырь. Ты серьезно? Ну не говорить. Как, кстати, он не откидывает меня. Я это был... Нет, эти вот колья на носу. Кости. Они не откидывают. Я думал, как бык, ну, типа, откидывает. Или медведь, как он, кто там. Мы опять прокакали, естественно, оружие. Мы пойдем еще раз. Туда забрать хотя бы оружие. Ну, им еще можно, по крайней мере, копать. И достаточно прилично много камня копать. Так он. Он уже вот здесь, он уже прямо за мной. Ты дебил просто. Ты идиот, а кусок хрена не прыгает. Какая-то хрень происходит. Ой, да ладно. Ой, я выбрал. Моя охрана подъехала. Ты серьезно? Хера ты трешься возле моего молота? Мое. Мне плевать на мой молот. Самое бесит, вот сейчас он просто... Вот эта вот хрень, серьезно. Это прямо дико бесит. В этой игре вот эта вот какая-то... Как он устает от того, что он... Просто еле-еле переплыл. Блин, это не 30 километров река. Это по всем меркам, это очень маленькая река. По любым меркам, это очень маленькая река. Глубина у нее, наверное, самая маленькая. О, там колья. Кабаны. Давайте, деритесь. Файт. Вот это я предугадывал. Изыди, чмо. Как я ненавижу просто этих упырей, которые меня убивают. Я пытаюсь ругаться, но, блин, серьезно. Вот самое просто, что меня бесит в этой игре, это охота, она просто сделана убого. Она сделана как-то, не знаю, через жопу. Но я не понимаю. Может быть, я, конечно, не исключаю того варианта, что это... Может быть, я так криво играю. Конечно, сожрал, ублюдок. Ну хорошо. Ну, то есть пытался не ругаться, но... Ой, нет! Не начинай.
Надо. Ты меня не видел, ты слепой. А, тогда давайте сгрузите, порубим дерево. И что мы будем делать? Что-то так мало времени прошло. Ну, сейчас я... Ой, сейчас это видео, получается, выложу. После того, как выложу. Получается, вы увидите, возможно, в 2, возможно, в 3. Я сразу же выложу сейчас это видео и запишу еще одну. Либо нас сейчас убьют. Вот, вот сейчас прямо. Тогда это я за следующее видео не запишу. Я бы, конечно, смеялся, если бы меня сейчас взяла утка заклевала. Там ругаться нечего, там просто это смешно, что меня может утка заклевать. Она получается сейчас абсолютно такая безопасное животное. Плохо, у нас еды нет. Так. А что мы делаем? Мне так кажется, показалась эта серия мне скучной. Поэтому пойдемте еще покопаем. А давайте посмотрим на рассвет, на закат. Посмотрим и помолчим. Это был закат. Да вы задолбали ездить. Какой здесь, как вы видите, закат. Очень прикольно. Очень красивый закат. И на этом закате мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите, что мне делать обязательно. Я не могу сейчас следующую серию запишу так. Надеюсь, что вы напишите на этом, на следующем видео, что мне делать. Вот что мне делать. Просто не знаю, что мне делать. Поэтому, дорогие друзья, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, подписываясь на канал. И подписывайтесь на канал, естественно. Всем огромное спасибо, кто поставит лайк. А кто подпишется еще более, огромное спасибо. Охраменное спасибо, кто подпишется. И кто нажмет колокольчик, тоже огромное спасибо. Всем спасибо за просмотр. Повторюсь, подписываемся на канал, ставим лайки. Пишем комментарии. Ой, блин, это уже говорил, поэтому, дорогие друзья, здесь где-то должно появиться, возможно, в правом нижнем углу, не совсем уж и нижнем, но ок. Появится сейчас плейлист со всеми сериями этого Survival Craft. Поэтому переходите в плейлист, смотрите с самой первой серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.